остались финальные штрихи. Рабочие приступили к обновлению фасада здания психиатрической больницы номер 22. В рамках государственной программы здравоохранения в Подмосковье в больнице были заменены инженерные коммуникации, реконструированы внутренние помещения. Теперь осталось привести в порядок внешний облик здания. Осуществили мониторинг контроля проводимых работ представители администрации совместно с сотрудниками больницы. Данное учреждение на ближайшие 10 лет больше не потребует ремонта и будет соответствовать всем и эстетическим, и нормативным стандартам, которые положены по содержанию лечебных учреждений. Фасад здания оставался в первозданном виде с момента сдачи постройки в 1971 году. За полтора месяца ремонтных работ здание практически полностью уже покрыто металлическими профилями и специальной фиброцементной плиткой. Она прочная, не горючая, само собой разумеется, потому что для класса такого здания требуются только негорючие материалы. Надеемся, что оно также будет и погодоустойчиво, выдержит и зимние, и летние температуры. Также планируют обновить и входные группы. За время эксплуатации старые металлические двери покрылись коррозией и пришли в негодность. Сдача объекта намечена на 15 октября.